Научно-исследовательский ледокол «Джеймс Кларк Росс» в сентябре зайдет в Одесский порт. Об этом сообщил глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. Недавно Кабмин согласовал покупку спецсудна у Великобритании. Сразу после юридического оформления ледокол придет в Украину, а в декабре отправится в экспедицию в Антарктиду уже под украинским флагом. Такое полярное пополнение обойдется в 5 миллионов долларов. Судно позволит украинским ученым вернуться к исследованиям Мирового океана. Пока ледокол в ожидании сделки стоит в датском порту Фредериксхавен.